Сотрудники госавтоинспекции Саратова работают на площади Петра I. Несмотря на запрещающие знаки, в том числе с предупреждением о работе эвакуатора, водители оставляют машины и уходят по своим делам. Забирать автомобили многим предстоит со специализированной стоянки. За нарушение правил парковки предусмотрена не только эвакуация, но и штраф в размере 1500 рублей. Ежедневно сотрудниками госавтоинспекции города Саратова проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений стоянки и остановки транспортных средств. Так, за 9 месяцев 2022 года к административной ответственности привлечены порядка 9 тысяч нарушителей, и 6 тысяч автомобилей были перемещены на специальную штрафную стоянку. Госавтоинспекция рекомендует водителям не оставлять автомобили на дороге, не нарушать правила парковки. Также напоминаем, что информацию о том, на какую стоянку помещено транспортное средство, можно узнать по телефону дежурной части 750509, а также по номеру 02 с мобильного 102. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.